Занятия в творческой мастерской клуб-студии Fly – это развитие образного мышления, фантазии, совершенствование вкуса и творческих способностей. Творчество помогает расслабиться и снять эмоциональное напряжение. В рамках арт-студии проводится витражная роспись стекла, составление карты желаний, хендмейд творчество, изготовление текстильных саше-сувениров, поделок из природного материала, изготовление разнообразных поделок из кофе, чечевицы, уроки изобразительного искусства. Моя задача как преподавателя вот направить вот эту энергию детскую, жизненную, правильное русло. В нашей студии мне очень бы хотелось научить детей передавать свои эмоции. То есть выплескивать, может быть, даже их на холст, чтобы наши дети становились творцами своего собственного мира. Мне бы очень хотелось видеть в нашей творческой мастерской и детей, и взрослых. У меня большой опыт работы с маленькими детьми. Очень люблю их. Буду заниматься техникой квиллинга, оригами и роспись по шелку – это батик. Лучше, когда дети сами придумывают сюжет.